Да-да, это я, Михасек. Вы не ошиблись, считая название этого видео. В этом видео я попытался собрать все баги игры Joker Show. Недавно я сделал пост на своем YouTube канале, в котором я просил скидывать мне в личку во ВКонтакте баги, которые вы знаете или же нашли у других ютуберов по данной игре. Не обязательно скидывать все баги, которые ты знаешь. И не обязательно это должна быть самая последняя версия игры. Что такое баг? Баг. Это ошибка в коде или в работе программы. Разработчики описывают этим сленговым словом ситуацию, когда что-то работает неправильно, выдает неверный или непредсказуемый результат. Не любую ошибку можно назвать багом. То есть вкратце, лично от меня, баг — это глич, который произошел из-за невнимательности разработчика, то есть игрок не должен был видеть это в игре, к примеру, выход за карту или остановка главного героя. Сколько есть типов багов в играх? То, что я сказала вкратце про баги, это был всего лишь один тип бага, но их есть намного больше. Функциональный баг, когда неработоспособны различные функции в игре. Например, когда при смене локаций или каких-то настроек выбрасывает из игры. Интерфейсный баг – это типичное искажение графики, когда элементы располагаются не на своих местах. Крыши в небе, камни прят в воздухе, деревья растут корнями вверх. Или даже просто текст выходит за дозволенные ему рамки. Баг локализованной игры. В основном это неприведенный на нужный язык текст, или орфографические, или синтаксические ошибки при переводе слов и так далее. В общем, проблемы с переводом. И это далеко не все типы багов. Для обычных игроков в играх нету особой разницы, какой тип бага они нашли в игре. Но сам факт того, что ты нашел баг, это уже радует. Говорю сразу, все баги, которые есть в этом видео, были найдены мной и моими подписчиками. Огромное спасибо всем тем, кто скидывал хотя бы один баг в формате видео и также в текстовом варианте. Поэтому если в данном видео будут представлены не все баги, которые были на самом деле в игре, то пиши их в комментарии. Буду рад всем тем, кто напишет какой-либо баг, который я пропустил. Ну а всем приятного просмотра! Так, а сейчас я поясню за этот баг. Этот баг уже пофиксили, то что можно выбраться за карту, как говорил мой подписчик, но в этом видео он с помощью планки все-таки перелез через забор, и как вы видите, то есть там он немного кинул ее и в принципе вылез за карту. Что это за шум? Что это за шум? Но в этом баге мой подписчик, получается, нашел способ, как быстро перебраться на второй этаж и через стенку. То есть в этом видео вы сейчас увидите, как он забирается, то есть на кухне, на полку, и с помощью палки потом вылезает через стену. Также есть вторая версия этого бага, то что можно попасть на второй этаж. То есть там все точно такое же, ты просто, получается, появляешься на втором этаже. Yeah.
А насчет этого бага, я думаю, то, что он очень плохой, потому что ты не можешь просто из инвентаря взять какой-то предмет. То есть, я не знаю, как он может получиться, но ты просто вот кликаешь и не можешь взять предмет. То есть, надо это разработчикам обязательно исправлять. Следующий баг я взял с канала Топси. Этот баг заключается в том, что Джокера можно загнать либо на сложности, либо на призраке на балкон, и он не может выбраться с балкона. Но уже, к сожалению, в самой последней версии игры уже нельзя так сделать, то есть он уже может открывать двери, как ни странно. А что, так можно было, что ли? А вот этот баг вообще оказался на самом деле смешным. В этом баге я просто двигал табуретку вот эту, то есть по дому, там по улице, и вот Джокер зашел к этой табуретке, да, на кухне в угол, и он просто не может оттуда теперь выбраться, то есть... Это вообще смешной баг на самом деле, то есть он там стоял, но в конце я, конечно, в него кинул камень, и он, получается, уже начал ходить. Вы это увидите далее.
это за шум? Тебе не сбежал. Нужно найти ключ, чтобы открыть ворота. Главное, чтобы он меня не поймал. Хочешь от меня сбежать? Ну а на этом все. К сожалению или к счастью для разработчиков, баги закончились. И огромное спасибо вот этим людям, которые скинули мне во ВКонтакте баги. С вами был я, Михасек. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Thank you.